Здравствуйте, друзья! С вами Феликс. Буквально пару часов назад я отснял ролик, выложил на канале с большими сомнениями, что сайт Zmaster Books и другой такой подобный сайт Pluton Books вряд ли соскамились. Скорее всего, тут вопрос со скриптом. И вот это вот та злосчастная страница, с которой я им отправлял тикеты, на которые не получал ответов. И в итоге вот с этого имейла, с почты, напрямую задавал вопросы. Вопросы были по именно с чего я начал подозревать, что тут что-то у них неладно со скриптом. Сейчас вот на данный момент здесь виден только хвост вот этого вот участника с этим логином. И ему вывод был 7 числа. До этого предыдущий вывод вот в этой таблице был 3 числа кому-то. То есть что-то тут или не отображалось, или не делались выплаты. И запрос именно касался этого. С чем это связано? У вас тут проблема или проблема в самих выплатах? После этого здесь были все за 7 число. Вот видите, за 8 число опять ничего нету. И за 9 начисления идут. Что еще? Вот в моем кабинете вот эта вот выполненная выплата в 27 приблизительно там долларов, она мне на кошелек не поступила. И на кошелек не поступила, и в том списке, естественно, тоже ее не было. В общем, вот такие вот вопросы, и мне интересно было узнать у них, в чем тут именно дело. Ну и вот вслед за этим лег и вот этот сайт. Тут я хоть сейчас залогинился, они работают, видно, что стараются его восстановить, но Zmaster вроде летает по-старому. Все тут работает, не знаю, надо будет проверять выплаты и все такое. Если кто видел и снимал на днях, вот по-моему здесь даже в этом списке везунчик есть. Вот он. Он из моей команды, действительно ему поступила вот эта вот выплата или нет, это просто тут нарисовано. Пусть, пожалуйста, напишите в комментарии, господин везунчик, это будет всем полезно. Но что-то тут на данный момент не то, не так работает. И вот в Pluton Books опять же аналогичный скрипт, но залогиниться мне не дает. Сейчас еще раз попробую. Возможно, что есть тут в скрипте самом какая-то неполадка, ненадежное место. И, ну, естественно, по нему бьют хакеры всякие. Стараются взломать это все. Поэтому сайты и легли. Я так думаю. Ну, в любом случае, вот эти два сайта опять работают. То есть в рабочем состоянии, а вот как они работают, это уже будет видно всем нам на днях. Итак, на этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.